Здорово всем подозреваемым! И с вами, как всегда, Саня Слоун. И сегодня я расскажу вам секрет, как можно очень быстро бустануть свой золотой пропуск на максимальный уровень. И сегодня в этом мне помог мой подписчик. И так сложилось, что у него есть свой YouTube-канал. Киборг Финн. Ребята, ссылку на него я оставлю в описании. Реально, перейдите на канал, поблагодарите пацана, у него тоже есть видеоинструкция с этим багом. Поэтому, ребята, залетите, поддержите парня. Очень круто посоветовал мне, чтобы я помог вам апнуть свой золотой пропуск. Поэтому ваша поддержка будет не лишней. Ну и, конечно, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, вводи самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а мы начинаем. Видал, какое вступление, ёпта? Как тут не подписаться-то, блин? 65к, ё-моё! Так, теперь, что мы делаем? Для того, чтобы апнуть этот золотой пропуск, нам понадобится небольшая махинация именно с игровыми режимами. Сейчас вы смотрите, что делаю я, и вы наверняка поймете без моих объяснений и без объяснений моего друга, что нужно сделать, ребята. Смотрите, мы нажимаем на кнопочку «Играть». Сейчас у нас доступен режим «Мстители». Ну, неважно, любой игровой режим, который у вас будет на данный момент. Это будут «Мстители», «Прятки», все что угодно, в общем. Неважно. На данный момент у нас «Мстители». Будем приводить в пример именно этот режим, потому что он у нас сейчас доступен. Значит, смотрите. Я на самом деле, мне даже в голову это не приходило, пока Киборг Финн не подсказал такой лайфхак. Видимо, как ты вообще нашел этот баг? Можешь сказать? А, ну просто вот так листал и случайно вышел под конец. И потом тебе начислили, типа, вышел из, да, игры, и теперь зашел в игру, и мне дали там бесплатных монет. Я подумал так. А сколько дают? 50-100, да? Ну, где-то 50, может даже 150. Дропнуться. Ну да, это происходит не сразу, кстати, хочу вам сказать, это происходит со временем. То есть, ну вы сейчас все увидите, вы поймете. Я, конечно же, это все подрежу, вот этот вот момент ожидания, но вы увидите, сколько жетонов я получу просто в секунду, ребята. В общем, давайте, смотрите. Я нажимаю кнопочку «Играть». Так, загружается игра. Так, есть. 2, 1, 0. Вышел. Отлично. Меня закинуло, но я должен выйти из игры. Да, отлично. Есть. Этот первый лайфхак сработал. Теперь, что мы делаем? Мы снова заходим в игру и повторяем тот же самый трюк, ребята, еще раз. И так мы делаем до бесконечности, пока мы не нафармим там 50-60 лобби. Чекаем. Так, теперь мы ожидаем 10-го игрока и ждем 4 секунды. 3, 2, 1, 0. И выходим из матча. Отлично, нас опять закинуло, но мы опять вышли в лобби. Смотрите внимательно, ребята, сколько у меня сейчас жетонов. У меня 9 уровень и 1030 жетонов всего лишь, да? Просто смотрите за этим, просто наблюдайте. Так, поехали дальше. Опять нажимаем «Играть». И точно то же самое проделываем еще раз. Так, опять ждем 4 секунды, опять 3, 2, 1, 0. Выходим. Отлично. Мы опять якобы залетели в катку, но мы с нее вышли. Смотрите, 1030. Я сейчас вам просто покажу наглядно, как это будет работать. Просто, чтобы мы много раз этого не проделывали. 3 раза, в принципе, нам хватит для того, чтобы наглядно показать, как это будет работать. Теперь, ребята, смотрите, мы перезапускаем игру. Все, игра перезапускается, ребята. Сейчас все вам подробно расскажем, если, конечно... Я надеюсь, что все-таки жетоны пришли. Но думаю, что пришли. Сейчас сразу уровня 1,5 где-то насыпет. Вот, смотрите, ребята, видали? Мы ничего не делали, мы не играли в игру, но тем не менее уровень нам все-таки накинули. Посмотрите. Вот и все. Элементарный лайфхак. Давайте еще раз, чтобы закрепить вот это вот знание, да, чтобы у вас закрепилось, и вы потом не писали в комментариях, типа, у меня не получилось. Сейчас у вас все получится со второй попытки, я вам все покажу. Четко все будет, ребята. Также не забудьте поддержать Киберг Финна, ссылку на которого я оставил, ребята, в описании, а также в закрепленном комментарии. Обязательно перейдите на его канал и подпишитесь. Смотрите, какой паренек сделал вам годный контент просто сегодня. Тупо такой лайфхак, который, ну, все из вас хотели бы его заюзать, но никто не знал, и теперь вы знаете. Поэтому, ребята, отблагодарите пацана просто по достоинству, ребята. Поехали еще раз пробуем. Блин, реально, я так могу апнуть 50 уровень просто. Офигеть. В общем, теперь повторение, мать учения. Просто заходим в любой игровой режим дополнительный, ну, чтоб не сливать наши IQ. Например, Мстители снова, как уже я вам объяснял в прошлый раз. Просто открываем его, ждем, когда отчет дойдет до нуля, и сразу же нажимаем выход из лобби. После этого снова нажимаем играть, снова заходим в Мстителей, ждем, когда отчет снова уменьшится до нуля, и снова выходим из игры. Потом снова делаем точно то же самое, пока вам не надоест. В итоге
После того, как завершатся все ваши катки, которые были у вас зайдены, и вы вышли из них, вам начислится 100 или 150 золота за каждый такой заход, а то и больше, в зависимости от выигрыша или проигрыша вашей команды. В общем, разработчики уже в курсе данного бага, и они его будут исправлять в ближайшее время. Поэтому у тебя есть считанные дни для того, чтобы использовать его к себе на пользу, чтобы апнуть максимальный уровень золотого пропуска и забрать все скины, а потом просто расслабиться, выкинуть ноги на стол и читать какой-нибудь топовый журнальчик, либо посматривать кинцо, попивая какой-нибудь напиток. В общем, если тебе понравилось это видео, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно, не забудь поддержать канал, который рассказал про этот баг, чтобы именно ты смог апнуть свой золотой пропуск на максимум. Киборг Финн. Ссылка в описании и в закрепленном комменте. Ну и, конечно, не забудь ввести самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.